Трое суток. Очередная бандероль из Китая. Перепакован уже в пакет новой почты. Видимо, они там распечатают их и перепаковывают. Нет, тут есть пакет также. Ну, судя по всему, распечатывали, так как вот видите, уже переходник вывалился. Распечатают, смотрят, проверяют, что там. А вот он с этой стороны открыт, как видим. Так, это у нас пришел телефон Lenovo. Здесь также вскрывали. Перепаковали, переклеили. Доставка довольно-таки быстрая. Пришел он быстро. Телефон Lenovo X3 Lite. В общем, на новой почте они их распечатывают, смотрят, проверяют, реальная ли стоимость указана. Так. Кабель синхронизации. Здесь больше ничего нет. Блок питания Lenovo фирменный. Так, и здесь у нас инструкция. Гарантийные какие-то талоны, инструкция. В общем, макулатура. И больше ничего нет. Так, ну и сам телефон. Сразу зайдем в настройки и посмотрим о телефоне. Ну, довольно-таки неплохой телефон. Шестнадцать гигабайт. Стоимость данного телефона можно будет зайти посмотреть по ссылке, которую я приложу в описании. Довольно-таки неплохой телефончик. Ссылку приложу в описании. Кому интересно, заходим на сайт Gearbest, заказываем. На этом все. Всем спасибо, всем пока.